площадке, когда у тебя все хорошо, ты начинаешь роптать, как говорит Ренсана, то есть гневить Бога, вот реально. Поэтому случаются травмы и так далее, и так далее. Как снежный ком все накапливается, и потом ты начинаешь уже переоценивать, что ах, какая я была глупая, у меня было все, а я вот тогда не могла, и так далее. А время уже все, поезд ушел. Но, однако же, перед нами сейчас пример гимнастки, которая это время сумела, скажем так, его ход приостановить. Да. Повернуть даже вспять отчасти, потому что, будучи весьма успешной гимнасткой лет 7-6 тому назад, ныне Симона Пейчева, вернувшись в элиту после тяжелейшей травмы, на медали не претендует, но, тем не менее, выступает, как мне кажется, вдохновенно. Молодец, я ее очень уважаю.